24 февраля этого года я участвовала в гонке Tough Mudder. Восьмичасовая гонка с препятствиями, можно сказать, на выживание. Там были безумно как бы сложные, да, препятствия, которые славятся на весь мир, эта гонка. Это 10-километровый круг, на нем находится более 20 препятствий. За 8 часов нужно преодолеть большее количество кругов, да? Кто больше сделает кругов и пройдет все препятствия, тот и победил. Успеха! Переполняют меня эмоции, потому что это было в Саудовской Аравии, это пустыня. Эта еще гонка уже славится на весь мир тем, что там был безумный призовой фонд. Более 40 стран участвовало, приехали топовые, знаменитые атлеты. На этой гонке я прочувствовала, что действительно спорт вне политики. Вот у нас эта гонка получилась именно такой. Я ехала на эту гонку именно за преодолением себя. И буквально чуть больше месяца мне было на подготовку. На самом деле, я до сих пор не верю, что я пробежала 60 километров с препятствиями. Да? То есть каждое препятствие нужно было находить силы и проходить, потому что препятствия были действительно местами сложные. Для меня получается такое начало. Вот, я хочу поблагодарить свою компанию RC Group. Без нее бы вообще бы никакого старта бы, конечно, бы не было. Благодарна еще своим ребятам, Евгению и Саше. Вот, хочу сказать спасибо, они меня поддерживали. Они бежали парную гонку. Также хочу выразить благодарность Евгении Михайловой. Она была с нами. Она, можно сказать, была не только нашим там переводчиком. Да? Она невероятный энергетический человек. Ее называют Tough Mudder Mother. Она как бы мать Tough Mudder. Это сильно команда. Вот у нас команда RC полноценная получилась. Каждый друг друга поддерживал в своей как бы сфере.